Доброго здравия, уважаемые посетители канала. Я хочу вам продемонстрировать целительный смех. Каким он бывает, как он проявляется, чтобы было какое-то понятие, связанное с этим, не побоюсь этого слова, уникальным явлением. Итак, смотрим. До 260 доходили. Поэтому отшлифовали 180. Как готов, скажешь? Я как давить. Вот как я вот это движение сделал, значит уже готов, сейчас буду туда давить. Хорошо. 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 Еще раз еще. Отлично. Хорошо, еще разочек. Хорошо, еще разочек. Пошел, пошел, пошел. Ну и еще разочек. Тык-тык-тык-тык. Отлично. Хорошо, отдыхаем. Как оно? Это уже как родной вес. Не знаю, какой был, но довольно таки. И смотрю вот на Сашу, что ушел. Как здоровый парень. А начинал тоже как я, по 110. Да, чтобы выстрелить. В этом движении привык организм, а сейчас он. То есть разница большая уже, да? Да. Он начал со 110, а сегодня он только 350, 360. Тягу, да? Вот эту. Пошел, 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 пошел. Отлично. Раз. Еще разочек. Так. Пошел, 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 пошел. Хорошо. И еще разочек. Пошел, 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 пошел. Отлично. Отдыхаем. Поднимают вроде вот, да, руки, плечи участвуют, грудные, но это раньше было. А сейчас даже чувствую, и вот здесь весь организм начинает помогать. Вот, хорошо. Уже начинается, вот даже вот, это, вот этот прогиб идет, и ноги вот толкают тоже. Тоже вот эти вот здесь мышцы участвуют. Раньше такого не ощущалось. Отлично. Еще разочек.
тогда отлично хватит. 280 килограмм. Для Тиграна, для Саши, может, это и не надо, а мне вот надо так зашлифовать это. Чувствую прям, чтоб... Отлично. Отлично. Еще разок. Давим. Хорошо давим. Еще разочек. Еще разочек. Отлично. Еще разочек последний. Давим, 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 давим. Отдыхаем. Как штангист на помосте сейчас? 200 килограмм было. Как штангист на помосте? Семь раз. Да. 200 кг заколбасил. А на прошлой тренировке 180 на 5 раз. Угу. И причем 5 это я сам чувствовал. Что, ну не предел, но в тот день было все. Ну да, день на день не приходится. Можете руку дать? Так, сейчас. Давай. Давай. Если я выложу этот видос... Геннадий Петрович, я никогда не возражал, вы со мной... Желаете снимать, берете, снимаете. Это надо для всех, чтобы люди видели, понимали, как оно. Чего оно? Да. Сейчас тяга, да? Тяга. Ремешок. На какой? И тут ремень не сходится. Это маленький. Это Саша, наверное. У меня большой был. А, вот он. Нет, это мой ремень. Сейчас видим. Сейчас видим. Да, это. Так, это вот он. А, вон он лежит. Замаскировался, видишь? А я так раз думаю, что такое случилось? Не сходится. Сюда. Так. Выше. А здесь, видите, уже перекручены петли. Как надо, да? Да. Ну, ты хорошо привязываешься. Петли удобнее. Пока
понастраиваемся, да. Так, здесь 360 было. Ну сейчас, как говорится, эту мышцу запустить. Да. Просаживайся. Сейчас я типа опустился, потом спинку выровняю. Ты уже все готов? Нет, как бы хотел потянуть, но... Ты сначала вот это движение сделай, смотри, подними вот это вот, как ты делаешь, да? Чуть уже сначала начну. Да, уже. И туда просядь. Коленочки согнул, туда опустился. Во-во-во-во, как ты опускаешься. Так, хорошо. Теперь, значит, спинку выровнял. И ножками начинаем. Вот, готов. Отлично. Пошел ножками. Хорошо. Раз. Пошел ножками. Два. Пошел ножками. Три. И еще вяжем ножками. Четыре. Хорошо. Цепляем. Давай повес. Вообще. Ну, надо, знаешь, много поставишь, как-то обломает тебя. А мало лучше размялся, как-то вошел в ритм. И пошел. Вот это когда меня силу пробило. Наливаю себе кружку чая зеленого. Угу. Подхожу, братья, со стола. Иду. Думаю, я взял ли я чашку? Если бы я ее не видел, я ее вообще в руках не чувствовал. Так, и чуть легкое ощущение, что что-то в руке. Все, веса никакого в кружке. Пошел раз, хорошо. Ножками даем, ножками. Еще раз, ножками. Остались в этом же положении, остались в этом положении. Так. Даем. Так же даем. Хорошо, раз. Еще два. Еще раз. Три. Отдыхаем. Вот эти раз. Все, я вошел. Угу. Вот эти вот, да, на легком весе. Надо вот эту мышцу запустить. Правильно. Подсесть. Угу. Отдыхай, как готов скажешь. Отлично, отдыхаем. 360, говоришь, было? Да. Еще разочек. Тянем. Пошел без. Отлично. Хорошо. Сейчас перед подъемом я не поднимал, но увидел, что она поднялась. Угу. Боковым зрением я аж... О, поднялась. Отдохни побольше. Пошел. Хорошо, раз. Еще разочек. Отлично, еще разочек.
Пошел, 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 подтянул, подтянул. 380. Отдыхай. Тогда мы, товарищ, сколько делали, шлифовали? Шлифовали 270 на 16 раз. Как отдохнешь, все. Как отдохнешь, так это скажешь. Можешь ноги чуть шире расставить. Чуть. Отдохни, отдохни. Заключительный подход. Оно привыкало двигаться. Угу. Так 380 на 3 раза потянули. А я еще думал, разминка идет. Ну, подготовка к тем весам. Раз. Пошел. Два. Пошел. Три. Пошел. Четыре. Еще разочек. Пошел, пошел. О, хорошо. Пять. Еще разочек. Шесть, еще разочек. Семь, еще разочек. Восемь, еще разочек. И последний разочек. Пошел, пошел, пошел. 310. 300. Отдыхай, развязывайся. Все-таки вот организм знает, что ему надо. Не сопротивляешься ему, когда он тебе более понимает. Вот он захотел пошевелиться перед этим, пошевелился. А в этом сейчас 300 на 10. По-другому пошло после шевеления. Прямо чувствовалось, он и горит вся правая нога, и все это после движений, то есть застой сбросил, подвигался, чтобы раз больше надо, все, и стал по-другому, и все это. И раньше еле отвязывался, а сейчас веселее, ну, говорю, организм. Хорошо, что не было. Для меня хорошо. Той тренировки на прошлой неделе. 2 недели организм отдохнул. Здесь мы 360, а 270 было на 16. Угу. Я вот за это говорил. А мы там 300 на 10. Ну хорошо. Моя оговорка только на пользу пошла. А, в смысле, это мы на плечах? Да, это на плечах я говорил.
уже результат. Предвещаю, что вот сейчас подойдет к этому. А здесь на плечах сколько было? Тоже 360 на плечах. Угу. А 270 на 16 раз. Это вот здесь было такое. Угу. А там, а там на тягу мы делали 240. То есть 240 сейчас. И тягу я делал на 6 раз. А 300 на 10, это совсем другой результат. Угу, то есть пропустили энергию. Да, ну хороший. Раз идет правильно. Что ж не. Прими положение. Хорошо, раз, пошел. Два, отлично, пошел. Три, пошел. Четыре, пошел. Отлично, отлично, отлично. Отдыхаем. Еще раз, два, а, хватит, 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 да, на третий раз вес полетел. Все нормально, суставы, поясница. Все хорошо, все, отдышись. Технику отработал на проекте. Во-во-во, вот это ее самое. Не надо забывать. Самое важное. Веса. Даю уже почувствовать, кто вошел. Сколько там же было у тебя тут? 360. 360. Сегодня можно 400 идти. Потихонечку даем, 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 даем. Пошел вес раз. Пошел. Хорошо, два, еще разочек. О, хорошо. Сейчас на два разика. Еще ручка. Пошел, пошел.
пошел. О, отлично. Ну что, 400? 400. На раз. Как она пошла через тебя? Более мягче сейчас все идет. Если раньше пробивало вот эти всплески резкие, сейчас плавно, хорошо. Все это тоже. Давишь, давишь и давишь. Отлично. Хали. Да. 400 килогерц. Чувствуешь, как ты? Наполняешься энергией, наполняешься энергией, а потом она так раз пошла вверх. Двести семьдесят, да, было на 16. На 16. Сейчас можно 300 оставить. Вот это, да, 300? Ну давай, 300. 300, раз, 5, 8. Так, да. Отдохни. Или доведем до исступления. Размятость тела тоже нельзя упускать. Знаешь, размялась, чтобы эту точку вниз не пройти. Готов, скажу. Так, готов. Давай. Хорошо. Отлично, и пока чиганили. О, хорошо. Отлично. Пошел. Славик, пошел. Дай. Ай, подключилась энергия. Хорошо. Пошла. Давим. Еще. Еще два раза. Еще два раза. Раз. Еще два раза. Три. Еще. Ох!
На записи можно будет посчитать. Ну как ты его посчитал? Я сбился на где-то 20. 300 на 20. Да, ну, Геннадий Петрович. Это, ну как рассказать, как птица ощущает полет. Это примерно то же самое. Вот сейчас полет птицы я ощутил. Полет. Никакой, свободный, как птица. Никакой притяжения, никакого тяга. Штанга 300. Да какой 300, если я только недавно это тяжело поднимал. 180 на 6 раз. А тут все это... легкость, говорю, птицы. Я сейчас себя птицей ощутил. Просто птицей. Легко и непринужденно. Ой, до сих пор вот вибрация в ногах. Такое вот это все, как начинает. Вот как в детстве, когда тебя, только в детстве за животчик катали, а меня вот здесь. Все это так. Все, потихоньку, не спеша. Что-нибудь будешь там говорить? Вот? Сегодня? Нет. Нет, сегодня. Ну, отлично. Я сейчас. Заканчиваем тогда съемку, да? На сегодня. Все. Поработали на славу, да? Звучит, так сказать, двояко. Учитывая мое имя. Потрудились хорошо. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает новый год. Он о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта бей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.